Всем привет, ребята, меня зовут Катя, и я уже давно вам обещала показать, как же в Roblox добавлять друзья. Многие, конечно же, знают, как это делать, но если кто-то не знает, то рассказываю. Итак, к сожалению, я, скорее всего, в видео не смогу обозначить это какими-то кружками или точечками, и буду вот вам просто, может быть, увеличивать туда, куда надо нажимать. Итак, вы нашли вот на страничку Home. Дальше вы заходите на вкладку More, то есть вид Home, Games, Avatar, Chat, точнее чат, чат, это я уже ругательство, и More. Заходим, то есть где моя единичка, каталог, Builders Club, профиль, Friends, и вот. Вот, именно нажимаем на Friends, видите, где у меня ссылка 12, нажимаем. У меня уже здесь очень много друзей, кстати, друзей вы можете добавлять как и в играх, так и в моем, в моем варианте, который я вам сейчас показываю. Итак, зашли. Following, followers. О, класс, тут крутой папа играет в... ребята, я могу присоединиться, кажется, круто. Ну ладно, я не могу присоединиться. Кстати, у меня впервые... Подождем, ладно. Я, кстати, впервые вижу вот кнопку Join. Может, кто-то еще тут будет? Кошка Лана онлайн. Очень круто, но вот... Ладно, не будем говорить о ненужном. Нажимаем вот сюда. Тут есть такая лупа на поиск. И, к примеру, вбиваем какой-то ник. Может быть, вам может по вайберу кто-то или по скайпу сказать ваш друг ник, чтобы вы с ним смогли играть. Или, к примеру, или вы хотите какого-то ютубера найти. Вот я находила крутого папу, Нубашу. Именно вот так Фифу находила, кошку Лауну. Пинкстар, это, кстати, мой тот ник. Вот так я их находила. Находим, к примеру. Давайте ту же Нубашу найдем. Нубаша. Находим. И ищем. Вот. Вот. Вот это все люди, которые так называются. Ну, вот наша Нубаша. Заходим. К сожалению, я, к примеру, не могу добавиться к друзьям, потому что она закрывает ограничения. То есть она только своих знакомых добавляет. И в этом случае мы можем нажать на вот эти три точечки. Ну, у меня сейчас follow, а сейчас называем тогда follow, unfollow, теперь follow, и все, вы становитесь ее фолловерами. То есть вот теперь, если вы на стримах захотите поучаствовать, вы можете переходить по ссылочке, а также, если это обычный сервер, можете переходить по вот этому способу, то есть где появляется кнопочка join. Надеюсь, вам было полезно это видео. Если вы уже знали об этом способе, то это очень хорошо, потому что он реально при... Это очень-очень-очень-очень хороший способ, то есть это как бы единственный способ, но он и самый легкий, самый узнаваемый. Да, к крутому папе не смогу пойти, но ничего-ничего. Так, задавайте вопросы обязательно, буду отвечать. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал и ставьте лайки. И всем пока!